макияж, укладку, маникюр. Сейчас мы поедем преображать Мирославу. Черный невзрачный кусок трикотажа. Но этот вырез меня покорил. Это, конечно, просто невероятное ощущение. Оно еще не на мне, но уже подчеркивает мою фигуру. Ребята, всем огромный привет! Сегодня у нас очень необычный день, потому что моя подруга Вероника подарила Мирославе на день рождения макияж, укладку, маникюр и даже педикюр. Напоминаю, Мирославе 10 лет. Сейчас мы поедем преображать Мирославу. Запомните Мирославу до салона красоты и буквально через несколько минут вы увидите, как Мирославе делает все процедуры и посмотрим, как она будет выглядеть после. Вот, ну и заодно Златочка, конечно же, тоже с нами поедет и ей сделает тоже несколько процедур. Злата, что бы ты хотела, чтобы тебе сделали? Я бы хотела, чтобы мне чуть-чуть покрасить волосы. Но это на это нужно заранее записываться, Злат, поэтому. Ну, ладно. Я бы хотела ноготочки. Какие? Нарощенные, да? Нарощенные. Нет, нарощенные не так хочу. Я хочу коротенькие. Ну, еще с Hello Kitty. Ну, дизайн, рисуночки какие-нибудь. А ты, Мирось, какие бы ногти хотела? Я просто, мне кажется, покрыть либо бежевым, черным, либо прозрачным лаком. А, как говорит Злата? Это база. Это база. Это база. Мирослава любит вообще базу. В общем, все, поехали. Сейчас будем решать, смотреть, что есть и делать все. Поехали с нами, ребят, быстрее. А то мы немного задерживаемся. Пришел, кстати, робот-пылесос. Будем с вами тестить. И тут у нас что еще? Тут он... Я мусор покидала. Злата будет загрязнять дом, а робот-пылесос будет все убирать за нее. За мной бегать. Да. Мирос, только с меня Blackpink не списывай. Не, мне не надо. Я хочу базу. А мне не надо. По всему подошли. А прикольно, что Ян там занят. Да, я там вчера увидела. Мам, я сейчас теперь я. Ну все, круто, вот сохраняй рожь. Мы после салона собираемся посетить такой супермодный ресторан. Знаете, что такое кей-поп? А? Конечно. Да. Хотите в этот ресторан? Но там есть проблема, что туда не попасть. И у нас там рядом работает друг, у него там рядом офис. Он говорит: Вика, там какой-то корейский ресторан открыли, там просто очереди на 3 километра. Корейский? Да. Вот. Но он такой в стиле Blackpink. Вот это все, вот. Значит, надо на катушке делать. Да, и там все такие наряженные, вот в этом стиле. Надо домой заехать. А у тебя и так красиво. Нет, Злата, ты хочешь, понимаешь? Это зеленое. А если бы ты заранее знала, ты бы как-то по-другому оделась? Да. Что бы ты одела другое? Я бы одела стиль Blackpink. А ты не сейчас стиле Blackpink одета? А что такое стиль Blackpink? Нет, топик и юбка, или штаны черные. Я попрошу специально кей-коп макияж сделать. Кей-коп. Что, Злата у нас выбирает прическу в стиле кей-поп. Но как-то меня не особо вдохновляют. Нет, слушай, здесь есть очень красивые. На самом деле, надо было полистать. В Пинтересте Злата ищет. Сейчас Злата покажет референс макияжа, который она хочет делать. Вот такой вот макияж в стиле кей-поп. Вот, да, губы такие вот, как говорится, зацелованные. Да, стрелочки, бреснички такие склеенные. Что ж, смотрите. Классический? Да. Что ты мне хочешь? Сладенького, сердце тебе сделать? А есть можно латте? Да? Да. Хорошо. Мишки ты любишь? Да. Хорошо. Я выбираю цвет ногтей, который мне будут делать. Мне очень понравился вот этот, почему-то очень, очень красивый. Еще мне очень нравится вот этот. Вот эти вот два нравятся. Мне кажется, вот этот. Мне вот этот нравится. Да, мне бы подошел такой. Ты хотела
тело. Кей-поп, макияж и укладка. Очень красиво, да? Вика, она впервые в жизни разрешила накрасить себе каял. На слизистую. Да? Просто молча такие, хоп, ей накрасили. Я смотрю, вау. Но нам нужно сейчас в очередь в этом ресторане кого-то поставить. Я забыла об этом. Надо, Вика, сейчас срочно, потому что там очередь такая. Итак, давайте смотреть, что делает Мирославе. Во-первых, Мирославе уже сделали прическу, макияж еще не делали. Да? Угу. Да. И делает ей светло-светло-розовый лак. Такой нюдик. Красиво очень. Очень красиво. А ты Злат выбрала тоже? Я просто черненький хотела. Черненький? О, найдут тебе черненький, Злат. Какие-то на какие черные, какие-то розовые, как ты хотела. Можно так? У нас есть Гуччи черный лак, очень красивый. О, круто. Вот она, красотка наша. Просто вау. Мирослава, как у нас оказалось, тоже ищет референс. Это может затянуться. Поиск макияжа. Я быстренько пустила. Да? Злата всегда очень долго выбирает и прям объясняет четко, как ей надо, чтобы обязательно ее поняли. Так, ребят, пока Мирославе Злате делать макияж, я решила с Вероникой перекусить, потому что это соседняя дверь от салона. Ребят, как вы поняли, сейчас мы с Вероникой выходили на обед. В общем, было все так вкусно. Я думаю, что так все вкусно? И я сейчас поняла, почему все вкусно, потому что там было очень много чеснока в этом маленьком блюде. Мы заказывали улитки, поэтому я купила тут ополаскиватель. Сейчас им воспользуюсь. Хорошо, что здесь он оказался, потому что просто, представляете, вот такое ощущение, что я съела целый, не зубчик, а головку чеснока. Я делаю Веронике коктейль. Античеснок называется. Ребят, показывай, Злата. Вот. Давай, ладно. О, вау, очень красиво. Blackpink. Девчонки, тут Вероника рассказала. Но это пока тестеры. Они скоро будут, да? В общем, это аромат. Вы должны себе выбрать аромат, чтобы вам заказали. Наносишь вот этот вот мусс вот так вот себе на ручку. Размазываешь, и от тебя пахнет приятно духами. Мирос, вот выбирайте аромат. Чтоб я уже Веронике сказала, какие вы выберете себе. Прямо можете не то что наносить, а просто открывать и нюхать. И поймете, что вам нравится. Тут даже мужской есть, вот черненький. Злата очень основательно подходит к выбору. И, возможно, мы сейчас здесь еще на 10 минут останемся. Но, к сожалению, сейчас их не купите. Они только когда они приедут? Через недельку приедут, девочки. А поэтому... почему они сейчас? Это тестеры. Это тестеры. В общем, мои любимые жвачки. Мои любимые патчи под глаза. Сейчас еще будет бальман... мой любимый лак для волос и мой любимый... Стайлинг, пенка. Пенка, да-да. Вот пенка, вот лак. Еще мне нравится сухой шампунь, тоже бальман вот такой, но у меня его очень много. Ребят, мы подъезжаем к ресторану из-за того, что он корейский, новый в стиле кей-поп и очень популярный. Там каждый день огромная очередь, как вы поняли. И поэтому мы попросили нашу няню Аллочку заранее туда приехать, встать в очередь. И она сейчас уже там 14-я. Вот, поэтому мы пока подъедем, как раз наша очередь и подойдет. Представляете, какая история? Сколько там стоять? Нам не нужно будет уже стоять, потому что Аллочка постояла. Если бы не было. А на самом деле, знаешь, раз на раз не приходится. Бывает, что долго, бывает, что быстрее. Знаете, такой есть закон подлости, когда, например, идет дождь, и люди думают, о, в дождь точно очереди не будет. И приходят в дождь, а в итоге в дождь очередь больше еще, чем в обычный день, потому что каждый так подумал. Я помню, у нас было с бабушкой, про дождь тоже связан. Было красивое солнышко. Мы выходим гулять, и начинается дождь. Заходим домой, опять солнышко. Ну да. И вот так у нас три раза было. Да. О, вон Алла стоит. Одна не в стиле кей-поп. Наша няня такая, знаете, стоит среди подростков в стиле кей-поп. О, кого-то узнали, Вика. Да, нас узнали, но мы сейчас в эпицентр просто приехали. Да, все, берегись. Ребят, представляете, вот Аллочка стоит в начале очереди, как получилось. Потому что она, вы многих пропустили, да? Нет? Ваша очередь только подошла, ничего себе. А, в общем, смотрите, в очередь выносит водичку, меню выносит, чтобы время потом не тратить. Представляете, как мило, реально мило. О, Злат, все, картошка фри есть для тебя. Если очень много сладкого, Злата сладкое не ест, но здесь есть картошка фри. Из простого. Вот. А Мирослав здесь много что-то, да?
Ребята, я увидела тут Милкис, и я его мечтала попробовать. Пробовала я его один раз и неделю назад. И я очень хочу его опять попробовать. Это лимонадик. Он модный какой-то? Да. Вон там розовый только. Мне розовый нравится. Ребят, ну что, смотрим с вами меню. Здесь у нас мороженое, бинсу. Я просто половины не знаю, что это. Какие-то авторские напитки, bubble tea, разумеется, вот, матча, bubble gum, вот, кстати, bubble gum вкусный по-любому. Мини-сеты какие-то, просто столько всего интересного, но, к сожалению, я даже не представляю, что половина из этого на самом деле. Мамись, да, а знаешь, да. Что я хочу? Что ты хочешь? Тапу Милк по вкусу напоминает печеньки. Печеньки? Ой, класс! Сейчас я наклею наклеечку Blackpink. Это очень модно. Преображение чехла. Я пытаюсь сделать. И из-за этого рисунка мне ничего не видно. Пойдем в какой-нибудь магазинчик и купим прозрачный чехол. Окей? А все так просто. Захотела и купила. А как же там хорошо себя вести? Да, конечно. Уже тебе за это обещала хорошо буду вести. А это bubble tea Мирославы. Это мой дынный чай. Это вот мороженое, а сверху маршмеллоу, представляете? А это просто для меня неведомая зверушка, какой-то корн-дог. Я уже попробовала вот эту штучку и bubble tea. Мне они, к сожалению, не понравились, они какие-то безвкусные. Теперь пробуем мороженое. Родное маршмеллоу, а внутри мороженое клубничное, видимо. Это точно мороженое? Да. Какой-то вкус новый, очень вкусно. Так, карточки. Ну, карточки сейчас там не так важны, важно вот это. Можно мне попробовать, раз тебе понравится, значит мне понравится. Пока не отдам. Это так вкусно. Ребят, ну, как бы хотелось бы поделиться мнением о корейском ресторане. Честно говоря, наша Алла ждала очередь 42 минуты, но когда мы уже заходили, очередь в раза два увеличилась, то есть там ожидание больше часа уже. Причем, когда этот ресторан только открылся, я так поняла, что там чуть ли не вообще по несколько часов люди стояли. И в итоге ты заходишь в маленькое душное помещение, где все на головах, еще нужно потом встать во второй очереди в кассу, потому что там нет официантов, которые принимают заказ. По цене, ну, как бы, ну, вы, наверное, видели меню, мы там несколько позиций попробовали, 3000 вышло, не знаю, сколько это дорого или нет, но находиться там было крайне тяжело, и мы, конечно, очень жарко. То есть мы там просто все разбитые сидели, честно говоря, вот просто я такая, ну раз уже зашли, надо все-таки поснимать, показать вам какой-то контент. Да, может быть, как-то аутентично, но в плане все равно других моментов не додумано. То есть идея классная. Ребят, вам на заметку, это сейчас очень актуально. Идея прям классная. Но вот эти вот недоработки с тем, что огромная очередь. Понимаете, когда ты стоишь очередь, ты как бы должно быть ради чего ты ее стоишь. То есть ты так простоял очередь, а потом зашел в классное, комфортное помещение и так далее, да? Но когда ты стоишь в очереди, а потом заходишь в ресторан и понимаешь, что тут еще сложнее находиться, чем в очереди, потому что тут жарче. В очереди хотя бы ты стоишь, но там прохладнее, а тут вообще невозможно находиться. Поэтому как бы было ради чего. Поэтому мне кажется, что этот ресторан больше на один раз ради, ну, так просто прочувствовать атмосферу, но так, чтобы несколько раз туда ходить, ну, я не знаю, ребят, это надо прям вообще иметь огромное количество времени и любить тесноту, жару и так далее. И двойные очереди любить, чтобы к ресторану, а потом на кассу. Так как в корейском ресторане поужинать мне особо не удалось, пошли с Максимом в Вокс.
Та-дам, ребят, как вы поняли, мы встретились с Максимом, и я ему только что рассказала про корейский ресторан, в котором мы сегодня были, потому что мы вот так вот едем, и очень много террас, много ресторанов, и очень многие полупустые. И я Максиму говорю, представляешь, в этом корейском ресторане, я уверена, до сих пор очередь, я уверена, до сих пор туда нужно стоять не меньше часа, чтобы попасть. И на самом деле там ничего такого нет, просто люди попали вот эту вот волну, почувствовали, что это сейчас модно. И поэтому у них просто нет отбоя от посетителей, плюс они используют некоторые фишечки, извините, которые воздействуют на молодежь. Например, на кассе при покупке, там, не знаю, на 1000 рублей тебе дают возможность, по-моему, выбрать там одну или две карточки, что-то такое, да, там, типа, 2000 ты купил, там, тебе дают возможность выбрать, там, не знаю, 3 карточки, на 4000 ты купил, дают выбрать, там, 5 карточек, ну, какая-то там такая система. На карточках изображены известные корейские исполнители, типа, Blackpink, там, и других я не знаю, Джей какой-то. Бенд или как-то так. Ну, в общем, вы напишите, если знаете. Уже у меня рука устала держать. И, соответственно, все просто так радуются, выбирают эти карточки, наклейки. Вот тоже Мирослава взяла эту наклейку Blackpink. Эти карточки классные под телефон класть, если прозрачный чехол. И представляете, Мирослава Злата говорит, такие классные, редкие карточки, это же прям вау. И Яна говорит, так, посмотрим, насколько редкие. Открывает Озон и находит просто упаковки этих карточек, 100 штук по 200 рублей. Так что, да, такая вот фишка, понимаете, да, и вот много таких мелких фишек, они притягивают аудиторию колоссальную, вот. И я, честно говоря, вот сколько в Питере живу, ни разу не видела, чтобы такой был ажиотаж, и не понимаю, ради чего. Ребят, я тут поднимаюсь, а тут вот кто... сидит. Сам Медоча. Красавчик. Ой, красавчик, понимает, что о нем говорю. Смотрите, хвостиком виляет, как собачка. Ой-ой-ой. Говорю девчонкам, пора спать, а кое-кто никак не хочет. Да? Я все заснула. Все, ребят, девчонки уже спят. Медок, походу, тоже уже засыпает. Пойду-ка я пить вечерний чай. Мирославой первый раз в жизни идем в зал. Да, Мирослава первый раз идет в жизни в зал. Она очень сильно волнуется. Ей очень сильно хочется. Да, она уговаривала меня долго. Месяц хотела на спортзал, но все время не было времени. Да, и у нас, кстати, приехала Саша, стилист. Сейчас она подбирает образ Мирославе на ее первое выступление. Ну, Саша приехала не одна, а вместе. Пойдемте, найдем. А вместе вот с кем. Златуська вон. Занимается, понимаете? Зацени. Саша сейчас собирается уезжать, но Злата об этом не знает еще. Злата расстроится. Хоть не отдам. Ну что, все, мы готовы выезжать. Мирослава сразу нашла у меня жвачку. Все, мы с Мироськой у цели. Все, идем. Мирослава, скажи свои ощущения. Не очень хочется, уже не терпится. Да? Ну все, идем. Пяточки и заканчивается большой. Черепашка. 8. Шо. 5. 7. Вот. Он на линии локоточек с кистью. Молодец. Мирослава, ну как тебе тренировка? Пару слов скажи. Очень круто. Мне нравится. Сложно? Можно ходить часто. Ну, посмотрим по твоему расписанию плотного. Как мы? Если вклиним куда-нибудь, то да. Хотя бы раз в недельку. Вот. Все, котенок едет на вокал, а я на тренировку. Та-дам, ребят. После спортзала я в новых туфельках, очень-очень удобная. А мы собираемся на встречу с друзьями. Я сейчас в сторис анонсировала, что у Мирославы будет 26 августа концерт в Москве. Но я еще в сторис не говорила, 1 сентября будет концерт в Питере. Да, да, у Мирославы одна песня, и да, будет концерт. Да. Зато какая. Ребят, какая красота. Супер. Ребят, и тут, ребят, гружу сторис. Кстати, переход под песню Мирослава уже 10 миллионов просмотров собрал. А клип 3 миллиона просмотров. Это я тут, видите, сторис выгрузила про то, что у Мирослава будет концерт. Так. Ира.
экономическом дне. Молодцы, ребята, пицца очень вкусная. Можно было немножко дно чуть-чуть подзажарить, но так все божественно, молодцы. Шикарно. Мы встретились с Ирой и Даней раз в год. Тут, понимаете, пожарная тревога. Вот сидим и понимаем, что делать, куда бежать. Все сидят, как ни в чем не бывало. Типа... Я не понимаю. Ребята, вот и я. На следующий день. Невероятная красота меня окружает. Справа Нева, впереди Петропавловская крепость, слева питерские дворцы. И вообще, летом Петербург просто несравненный город. Поэтому, если вы не из Питера и в Питере не были, обязательно поставьте свою карту желаний, в свой график там целей. Обязательно посещение Питера и обязательно лето. Потому что летом этот город оживает. И атмосфера здесь такая, что будете наслаждаться просто каждой минутой. Вот это такой Питер летом. К сожалению, только летом. Потому что, конечно, в остальное время года небо очень низкое, очень влажно, холодно, вот этот вот обжигающий колючий ветер и так далее. Просто погода — это тоже очень важно. Я еду сейчас на бранч в ресторан «Футурист», и после этого все гости перемещаются на лодочку, где будут закуски, игристые, в общем, такая красивая атмосфера. Буду, конечно, с вами делиться тем, чем, что вижу я, буду показывать вам. Как видите, сегодня мне захотелось быть при полном параде, я слегка подкрутила волосы, такой эффект создает, когда делишь на буквально несколько прядей волосы, то есть с одной стороны три пряди, с другой три пряди, получается такой вот естественный эффект. Просто если на много прядей делить волосы, то получается прям такая неестественная кудряшка. Захотелось платье надеть, в общем, вы понимаете, такое настроение, тем более после мероприятия мы с мужем идем на день рождения к нашему другу. И вообще я заметила, что у меня есть такие три основных состояния в жизни. Первое — это когда я вот такая вот при параде, когда у нас какие-то яркие мероприятия, часто я транслирую их для вас, почти всегда. Второе мое состояние — это съемки, когда просто беготня, мы бегаем, тайминг, свет, микрофон, там вот это вот все. Потом ты просто садишься и такой: я за целый день ничего не съел, где еда? Вот. И третье мое состояние — это когда я просто одна, можно сказать, в закрытой комнате по 4 или по 6 часов в день, практически каждый день это происходит, сижу и монтирую ролики, да, ребят, вот так вот я живу. Обычно я сижу либо в кинотеатре, потому что там у нас в домашнем кинотеатре стены алькантаровые, и очень классно получается озвучивать ролики, либо я просто в спальне сижу, у меня медок в ногах где-то лежит, потому что там тоже много тканей, и за счет этого нет никакого эха, я могу классно озвучивать ролики. И меня часто спрашивают, когда я в сторис выкладываю, что вот сегодня там озвучиваю, монтирую, мне говорят: Вика, почему ты не можешь никого найти, кто тебе будет монтировать эти ролики вертикальные? Потому что, ну, реально, это же очень много времени уходит. И на что я ему отвечу, что я никого не могу найти, кто бы мне монтировал ролики, потому что я их сама под свою озвучку монтирую. Где-то полторы секундочки оставлю, где-то две. До трех никогда не оставляю кусочки. То есть у меня всегда до двух секунд кусочки. Я вот так вот нарезаю, и я знаю, что здесь у меня фраза будет длинная. Тут нужно подольше этот момент растянуть. Из там шести кусочков таких вот, да, по две секундочки. Где-то фраза будет короткая, там два-три кусочка. И вот так вот. С этого я начну, с этого кадра, с этой фразы. Потом я, бывает, монтирую, там что-то интересное нахожу, и бывает совершенно по-другому уже. Начинаю монтировать с другой фразы, начинаю с другой фразы, ролик заканчиваю, там, и так далее. Вот, я думаю, на каком моменте я расскажу, что вот здесь вот нужно запрос на подписку, да, чтобы на меня подписались, почему подписались, чтобы вот это успеть сказать, значит, что должно быть в кадре. То есть, таким образом, я монтирую, плюс для каждой соцсети нужно разное время ролика, для какой-то соцсети минуту я монтирую, для какой-то до трех минут я монтирую. Везде озвучки тоже разные делаю, где-то там говорю, там, подпишитесь на одну сцену, где-то на другую, то есть в целом я адаптирую каждый ролик под разные соцсети. И получается, что кроме меня это сделать абсолютно никто не может. Я даже не пыталась найти кого-то, кто бы мне это сделал, потому что, ну, это нереально. Тут смотрите, смотрите, кого я на мероприятии встречаю. Саму Яну. Я зол. Косметичка? Городок. Вау. Ребят, давайте посмотрим, что это. Вот сейчас все увидят. А это сумка? Ой. Симпатичная. Да, кстати, это красиво, да? Посмотрите, какая.
кроссбоди. У всех разные цвета. Покажи. Да. О, боже, у Яны вообще шикарно. У Яны сочетание цветов. Это база, как говорит Влада. Это база. Это база. Тебя показывает что? Это самое. Мне повезло. Ну понятно, тут все понятно. А у тебя, да, показывает. Тоже, ну, все, тут. Ян, у тебя очень красивый цвет такой, знаешь, да. Сочетание цветов Hermes. Тоже такой же, да, розовый? Да, ну вот супер. Смотрите, шикарно. Ну что, ребят, как я вам говорила, после ресторана мы идем на лодочку. Я, конечно, пожалела, что облегающее платье надела, потому что приходится втягивать живот. Вон Яна с ребятами идет. Так, в общем, контента не будет, шлепки не упадут в воду, да? Все, мы покатались на лодочке, как я вам и говорила. А теперь я отправляюсь на день рождения. Правда, я опаздываю на минут 20, но это ничего страшного. Такая прекрасная погода вообще. Все просто довольны сегодня. Всех настроение шикарное. Все, зашла в ресторан на день рождения. И тут смотрите, что сразу. Собака Ру. В общем, снова вам показываю. Весь месяц будете наблюдать, весь август в моих сторис, в телеграме. Надеюсь, подписаны везде. Подписаны на телеграм, ребят? Виктория Портфолио, я везде. Это тартар. Я так долго мечтал вот так. Это маслица и чесночок. Вы представляете, какой аромат? А это что? Это соус из грибов. О. Теперь грибочки там, чесночок. И шотландский, нейландский виски. Теперь добавили пасту. И все будут перемешивать просто. Вкуснотища. Пармезан. Что добавили? Ребят, бесконечный просто процесс. И еще трюфель. Вроде все, ребят. Мы приехали домой. Мирослава и Злата вернулись с детского дня рождения. Рассказывайте, что вам там такое дали? Там был мастер-класс, как делать макияжи, как тональный крем наносить. Так, а чем наносили тональный крем? Бьюти-блендером или кисточкой? А ну-ка, вот вопрос. Кисточкой. Ну ладно. Смотри, вот там всякие... Вот это вот просто так в подарок дали, что просто поделать. Тренироваться, да? А что это у тебя такое, Злат? Это туши. Две, помнишь, там дали? Да, нам дали две туши. И класс. Это для бровей. Супер. А что за кисточки? Вам тоже подарили? У меня самая лучшая кисточка. Ну, покажи. Просто вот такая кисточка. Да. Это кисточка вместо спонжа. Ой, слушай, а можно я у тебя эту заберу? Нет, у нас там такие. А можно посмотреть фильм? Можно фирму? Можно фирму посмотреть? А фирмы и нет. Звездочка. Фирма. Мне такая очень нужна. Ее прям набиваешь тональным кремом и наносишь. Ну, спасибо. Смотри, тебе космический. Первая, все ты к нам. Точно. Кисточка. Очень классная. Так, и? Я знала, так что я так и знала, вторая, что тебе понадобится. Вот это. Ой, тоже классная, тоненькая, да? И? О, это что такое? Клево. Это кисточка? Да. Вот это красота. Смотри, вот. А тут супер. Сердечки, значит, ставьте лайки. Точно, логика вот ясна. Вот лайков должна накопиться под этим роликом. Попробуйте считать, сколько тут лайков. Бесконечное количество. Медок даже говорит, что бесконечное количество, вон он. Ой, Медок, привет, Володя. Ребят, как я начинаю сегодняшний день? С огромной примерки. Сейчас я вам покажу, наверное, платьев
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, не знаю, где-то так. Они все роскошные. Сейчас я буду примерять. Сразу покажу вам бренды, чтобы вы потом не спрашивали, потому что я в последнее время появляюсь в разных красивых платьях. Меня спрашивают: Вика, что за бренд? Чтобы вы спокойно могли посмотреть потом в этом влоге. Но перед этим я хочу вам показать, что я купила помаду. Давно очень хотела себе эту помаду, потому что это мой любимый оттенок. Это Charlotte Tilbury. Оттенок называется Pillow Talk. И у меня всегда такие карандаши для губ. То есть у меня уже, наверное, шестой там по счету вот этот вот карандаш для губ. И представляете, я наконец-то купила помаду. И будем сейчас ей пользоваться вот первый раз. Сейчас вот я ее распаковываю при вас. Видите, новенькая. Вот. И будем... Вау, роскошь, неожиданно. Посмотрите, какой оттенок у карандаша. Вот он, Pillow Talk, шикарный просто. Такой нюд с розовинкой, освежающий. Давайте посмотрим оттенок помады. О, какая она граненая. Так. Ой, как у карандаша один в один, но это логично. Как будто все губы карандашом закрасила Pillow Talk. А на самом деле это помада. Итак, ребят, приступаем к платьям. Вы этого ждали. В общем, в моем личном конкурсе лучшего черного платья побеждает этот бренд, потому что недавно, вы помните, я была на свадьбе в невероятно изысканном черном платье. Все вы мне сделали комплименты. Гости тоже все делали мне комплименты. И именно это этот бренд. И поэтому сейчас, не удивляйтесь, будет несколько черных платьев этого бренда. Я, как и любая девушка, если вещь подошла, я сметаю все однотипное. Но на самом деле они все равно все платья очень разные. Их единственное объединяет такая плотная ткань. И их объединяет черный свет. Начнем с этого платья. Оно минималистичное, достаточно простое. Но этот вырез меня покорил. Следующее платье вы уже узнаете тоже этого бренда. Оно еще не на мне, но уже подчеркивает мою фигуру. В общем, вы представляете, да, как она заиграет сейчас на мне. Ждем, ждем. Сейчас я вам все покажу. А следующее платье кардинально отличается. Это черный невзрачный кусок трикотажа. И это значит, что это платье, конечно же, Рик Оуэнс. Уже, наверное, 12-е у меня по счету. И это значит, что когда я его надену, оно просто заиграет так, что вы все будете хотеть тоже такое платье. Выглядит, конечно, не очень, но мы с вами поспешных выводов не делаем. Когда мне пришли вещи от Байера, я прекрасно понимала, что я 100% это платье беру, оставляю себе, а вот это вот я посмотрела, подумала, ладно, примерю, но навряд ли, когда я его примерила, такая... Что? Серьезно? Ну что, давайте с вами немножко разбавим черный цвет, но не переживайте, мы сейчас вернемся обратно к черному. И это вот такое вот платье Prenza Schuller, но очень круто, знаете, и в пир, и в мир, и на завтрак, и на обед, и на ужин. То есть оно настолько универсальное, и с туфлями, и с кедами, и вниз даже может что-то надеть, оно прям и наверх что-то надеть, оно такое вот прям, как говорит Злата, это база. Это база. Это база. И знаете, как бы я назвала этот цвет? Цвет шоколадки особый. Снова здравствуйте. А вы помните, в каком платье я была на свадьбе у друзей? И я купила... Аналогично. Нет, они на самом деле абсолютно разные. Когда одеваешь это платье, ощущение, что ты в плотном таком корсете и сверху какой-то шелковый платок на корсет повязала. Реально такое ощущение. Но сейчас, пока я держу платье в руках, наверное, вам не кажется, что то, что я описываю, соответствует реальности. Но сейчас я примерю, и вы все увидите. В общем, оно тоже нереально классное. Также вы помните мое великолепное платье Рик Оуэнс, такого baby pink цвета. Сейчас я вставлю фотографию. И я купила себе, ну, можно сказать, немножечко аналогичное платье, чтобы закрыть тему Барби Кора, хотя это я покупала, там, не знаю, года полтора назад. Тогда вот популярности Барби не было речи. И вы можете подумать, что это тоже платье Рик Оуэнс, потому что вот эти вот необработанные швы, реально кажется, что это Рик Оуэнс. Но нет, это другой бренд. Норма Камали. Везде обман, ребят. Это не Рик Оуэнс. В общем, фишка этого платья, то, что когда ты в нем двигаешься, вот эта вот юбочка внизу кружится, как цветочек. Понимаете, да, о чем я говорю? Это очень необычно. Ну и джинсы очень классные. Они такие немножко бохо, широкие. Мне нравится то, что они не длинные. То есть классно будет одевать обувь на плоской подошве. И, соответственно, кажется, вот что, смотрите, что я сейчас заметила. Вот, смотрите, натуральные камни. Я только сейчас заметила. И к нему будет очень классно. Тоже такой топ в стиле бохо от Saint Laurent. Тоже сейчас все примерим, ребят. Так что не переключайтесь. Конечно, самое главное, что мне хочется вам показать, это новая сумочка. Раз у нас с вами такая распаковка девчачья. А вот у нас джинсы
И топ. Джинсы это топ с Saint Laurent, я вам говорила. Не знаю, как тут покажет. Разрешит YouTube показать, не разрешит. Ну, вот вы поняли. Ну, не знаю, вот как-то так покажу, вот так, знаете, вот. Ребят, я в этом шикарном платье. Хочу вам кое-что показать. В прошлом видео я вам показывала замочек Hermès в виде слоника 90-го года, винтажный. А в этот раз я хочу вам показать другой замочек Hermès, тоже винтажный. Правда, я год не знаю, мне кажется, тоже в районе 90-го года. И это легендарный пеликан. То есть вот слоники пеликана – это легендарные замочки того времени. Очень красивый. И он ждет свою винтажную сумочку, а слоник уже дождался. Я вам сейчас покажу сумку Hermès, на которой красуется слоник. Готовы? Та-дам! И это сумка Келли в коже бокс, такого прям винтажного цвета. Она старше меня и старше многих из вас. Она 1984 года, а я 87-го года рождения. Вы представляете, я еще не родилась, а такие сумки вовсю продавались и носились модницами. Это, конечно, просто невероятное ощущение. Пока я не знаю, там, что мы там делали в детстве. С девчонкой, как раз вспоминали время столовой, как кто питался, кто по талонам, кто не по талонам. Пока мы вот это вот все вспоминали, в этот момент, да, кто-то носил вот такого плана сумки. А смотрите, тоже интересный факт. Покажу свою Келли современную и скажу, какое интересное отличие есть относительно винтажных сумок Келли. И вот перед вами современная сумка Келли, и у нее есть вот эта вот ручка, за которой мы с вами держимся, и вторая ручка – это вот этот вот плечевой ремень. И, соответственно, для ручки вот это вот одно крепление, видите, а для плечевого ремня второе крепление. И такая вот буковка V получает у нас одно крепление, второе крепление. Так вот берем. Одно крепление, второе крепление. А на винтажных сумках до какого-то года только одно крепление. Второго крепления для плечевого ремня нет, потому что плечевой ремень не предполагался. Так что такой вот интересный факт. И так как эта сумка в коже бокс, винтажная кожа бокс, она более плотная, чем кожа бокс современная. Тоже такой интересный момент. В общем, все. Ношу с удовольствием, смотрите в моих образах. И желаем нашему с вами пеликану скорее дождаться свою сумочку тоже, пока он будет ждать ее в коробочке. Неизвестно, насколько ожидание затянется, потому что такую сумку в настолько шикарном состоянии для винтажа очень тяжело раздобыть было. Ну что, показываю вам свой образ. Вот эти вот джинсы Этро, ремешочек. Очень красиво. Внизу просто базовый топ. Ну и, конечно, самое красивое, что есть, это красотка. Надеюсь, вам она также полюбилась, как мне. Практически, может... Да, это первый ее выход. Да. Ребят, едем мы на театрализированный ужин в отель Вавелберг. Это синтез театрального представления и гастрономического ужина. Максим по телефону разговаривает. В общем, надеюсь, будет очень необычно, ярко. Я ни разу, по крайней мере, не была на таком ужине, поэтому буду все для вас снимать. Все, мы на месте, ребят. Посмотрите, какая фотозона. И мы поднимаемся в зону Welcome. Копченая спинка форели и запеченный картофель со сметаной, икрой. Вау! Вкусненько!